Жаль, конечно, молодого Брэндона, но вы должны радоваться, с другой стороны, что это случилось с ним, а не со мной. В это же время огромное стадо скота шло по тропам от Канзаса. Дорога мечты его отца, его дорога, и он тоже помогает строить ее. Однако рельсы идут к югу по реке Смоки. Неужели Джессон не смог сообщить о наличии перевала? Может быть, он тоже не добрался? Кейси, почему они ведут дорогу по направлению к реке Смоки? Ну, будет заварушка. Они тянут рельсы к югу. Почему? Мистер Джессон доложил, что перевала нет и другого пути быть не может. Если вы сделали это, то вы намеренно солгали. Thank you.
Ну и устроили вы дело. После того, как Марш узнает, здесь для вас будет слишком горячо. Поэтому вам лучше прикончить юного Брэндона при первой же возможности. Или он прикончит вас. Мистер Марш, мои полевые записи покажут вам, как найти кратчайший путь, и он более практичен. Надо же. Старина сержант Слеттери. Генерал, неужели вы не помните капрала Кейси, который таскал вам кур к обеду? Слухи о драке между Дэви и Джессоном распространялись по всему городку. Бауман собирал свою банду здесь. Похоже, они не оставляют парню шансов на жизнь.